Доброе утро! Музей природы и человека приглашает на космоночь. В студии директор музея Глеб Борисович Чичевин и студент Югорского государственного университета Сергей, для моей любимой фамилии, Горшков. Доброе утро! Здравствуйте. Доброе утро. Ну, максимальное количество людей с фамилией Горшков в этой студии. Такого не было, кстати, никогда. Итак, космоночь. Куда летим? Мы отправляемся в путешествие вместе с нашими друзьями, так, студентами ЮГУ. И Сергей, их яркий представитель. Хорошо, что оба Горшковых наши друзья. Опять очень же. Рады. Да. Так. И музей в эту ночь, он превращается в большую космическую станцию, на которой Сергей расскажет, какие будут события. Итак, что же там будет происходить? Ну, если говорить в общем о мероприятии, то мы его разрабатывали в рамках освоения учебной дисциплины под руководством прекрасного преподавателя Натальи Викторовны Сайнаковой, которая по совместительству является сотрудницей Музея природы и человека. Дата мероприятия выбрана не случайно, потому что космоса, она, в принципе, интересная. Есть где разбежаться. Развернуться, что-то напридумывать. Так. Вот. И действительно, программа мероприятия получилась очень насыщенная. Реализовать 8 тематических площадок, вот, одна из которых это громовые, на которой вам будет рассказано и участникам, в принципе, о том, какие камни падают. Метеориты, и даже покажут фрагмент метеорита на Землю более 2000 В рамках организации мероприятия мы разработали квест. Так. Очень насыщенный тоже получился с другими студентами. Называется «Космоса». По задумке в отсек. Выбраться нужно, будет решить ряд логических задач. Все очень интересно. Также на мероприятии мы разработали интеллектуальный квиз, интерактивную медиа, викторину. Игра. Вот. И также настольные игры и куча-куча других интересных площадок. Самая, наверное, интересная деталь — это то, что по пушкинской карте. Так. Вот. Это очень-очень удобно для меня, как для студента, и для моих, так скажем, по цеху. Да? Ну, конечно. И школа также. Абсолютно. Вся молодежь, потому что пушкинская карта – это невероятно удобно. То есть можно посещать подобные мероприятия, музейные выставки, экскурсии, по сути говоря, не тратя свои. Для меня, как для студента, и уверен, для многих других, это очень-очень удобно. Да нет, это удобно. Круто. Глеб Борисович, молодая кровь подключили, к работе, к синтезу. Это как-то влияет вообще в мероприятие новенького. Все, что перечислил сейчас Сергей, это те задумки, идеи, которые ребята могут реализовать именно у нас на площадке музея. Оно дает новые эмоции, дает возможность нашим научным сотрудникам иначе взглянуть на материал, которым владеет музей, иначе взглянуть на музейный предмет, показать его. И не случайно Сергей говорит здесь, кроме студентов, школьников Ханты-Мансийска, в этом специальном мероприятии примут участие музей геологии нефти, метеорит их, у них хранится. Это клуб настольных игр «Червяк». И вся эта жизнь, она будет происходить в тот момент, когда хранители музея, охрана гремят ключами, закрывают музей. Да. Погружается музей действительно в темноту космическую. И во всей этой экспозиции происходит этот праздник, это событие, которые готовят студенты и ждут его. Нет, ну это будет интересно. Интересно посмотреть. Интересно посмотреть именно на студенческий подход. Но давайте нам осталось только одно. Когда, где-то мы знаем, где это состоит.
приглашайте. Да. Добро пожаловать в Музей природы и человека уже в эту субботу в 20:00 космоночь. Все будет космос. В 20:00 будет старт. Во сколько закроемся? Во сколько шлюзы закроются и скажут, все, выходим, выходим. До последнего космонавта. Ну что же, все в Музее природы и человека, вам спасибо огромное. Мы вам с гостями прощаемся. На минут дождитесь.